А если помню жмиги, и да, как я и говорил, это мини-спидран, который будет после прохождения в самой игры. А если вы не смотрели саму игру и вам не интересно, то можете пройти и посмотреть. А здесь мы сейчас начнем с вами гонку со временем. Так сказать, я говорил, что ее можно пройти меньше, чем за. Мы не будем с вами смотреть и слушать вообще. Ни хера, мы будем просто с вами бежать. Если же, я говорю вам снова же, вам что-то интересно, вы можете посмотреть с прохождения основной игры. Я могу только немного тупить в некоторых головоломках, потому что я уже их, скорее всего, так сказать можно, не помню, как они делаются. Поэтому да. Если что, не обессудьте. Попытаемся все быстро и четко сделать. Но вы только не забывайте то, что я еще потратил время на приветствие, ну, пускай секунд 15. Плюс интро, которое будет, ну, типа, дисклеймер. Загрузки, главное, чтобы были недолгие, потому что это тоже как бы время занимает. Ох, поехали. Так, первое, сразу поворачиваемся, контракт подписываем, бежим. Первая у нас головоломка была просто бежать. С детали. Мы это преодолели. С кубиками. Это сделали. Бежим дальше. Не слушаем. Бежим, кубик берем, кубик ставим, кубик забираем. Бля, здесь отпанул, ладно. Время контроля, ставим кубик, нам достаточно, мы запрыгнем, перепрыгнем, все делается довольно быстро. Confirm. Так, здесь у нас рисунок, что здесь у нас было? Ага, это объект с переношением в одну сторону, перенотение в другую. Сыром мы делаем лестницу. Так, по идее, должен залезть. Да. Готово. Пока что все идеально. Ну, как видите, еще нужно срезать углы. Я это почти не делаю. Но говорю, это мини-спидран, потому что я не спидранер, и я примерно не знаю, как это все делается. Да, оно еще бывает подвисает. Это не лучший вариант, на самом деле. Так, я мог просто под себя его положить, да и все, он стал бы маленьким. А, боже. Да, вот это начинает тупить. А спидранеры, если что, вы знаете, в чем могут быть проблемы. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. А прыжки не ускоряют нас. То можно этим не заниматься. Поэтому можно этим не заниматься. Хотя мы с этими дверями довольно быстро все делаем. А если я не ошибаюсь, в последней серии я показал некоторые фишки, которые можно было все-таки сделать, чтобы не много ускорить процесс. И вообще, что находится за тем или иным местом. Ага. Так, все, готово, зацепил. Можем идти отсюда. Так, здесь мы закончили. Не, почти здесь. Мы сейчас должны пойти здесь в темноту. Сейчас должна пройти загрузка. Смотрите, это уже 5 минут. Мы прошли первый уровень. У нас, по идее, уровни там 8. Так, ладно, можно, по идее, не выключать. Можно просто бежать.
Я просто всегда, я когда проходил, я выключал. Так, это дом с иллюзиями. Да, сейчас буду путаться еще куда поворачивать. Это вообще будет прикольно. Это будет прикольно. Вот вторая проблема. Вторая проблема. Представьте, сколько я сейчас трачу время. Так, можно это ничего не включить, можно просто пробежать. Оно само автоматически включится. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about Так, being кубик. special. So special, in fact, that we have no Давай. idea where you are. But not to worry, we're working on it. Готово. Запрыгиваем. Перепрыгиваем. Так, мутим стол. Давай шустрее, ну чё так медленно делаешься? Дальше делаем кубик. Переворачиваем деталь. Ставим. Готово. Блядь, тебе нужно больше сделать. Ладно, и так сойдет. Допрыгнул. Я вот не понимаю, видите, оно бывает даже не впритык это все делается. И это плохо. Так, сокращаем путь, пытаемся с дистанцию немного ломать. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just Так, popping in ладно, to это give я you помню. a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely Так, или я lost. уже не помню, ребята, я в этот момент уже не помню. Так, нам здесь просто нужно вперед пробежать, блядь, я лучше кубик возьму, я просто на самом деле уже это не помню. А, все нормально, все. Мини-дверца. Так, это если что, мы с вами сверху над тем, где мы ставили плиточку вот эту себе. Интересно, можно было бы сделать ее настолько большой, чтобы залезть именно сюда. Либо сделать из них лестницы и забраться сюда. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious Hello. to gradually is wake Dr. you up. Glenn Pierce. You should also In the find event a that this variety of elevator emergency does exit not signs wake you up, that should lead you to don't them. interact with will anything all of this that work? strikes you as psychologically significant, da, as we will da, no da, longer da, have da, any da, way of da. controlling it. Da, da, For da, example, da. if you see your parents, побежали, побежали. please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Мне некогда. Мы поехали. Второй уровень пройден. Во втором уровне, как вы видите, нам нужно было соединять изображение, чтобы получить, так сказать, юзабельный объект. Так, это, кажется, This is да? an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, Нет. but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects Ух, negatively черт. On the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ё-моё.
Так, я брать не могу, его не брать. Мне нужно... Его нужно было взять, серьезно. Падаем вниз, идем в вентиляцию, открываем проход, идем вперед. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Так, готово. Да, еще попробовать запрыгнуть. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Не страшно, не страшно, мы сделали кубик, мы можем забраться. Так, это у нас спуск вниз, просто прыгаем. Что, я не помню. Просто прямо, да? Это лифт. Лифт. А это у нас с вами кубические вещи, связанные с кубами. Не шарю в этом уровне. Но у нас идет следующий уровень. Вот я помню, где-то был хоррор момент, там, где типа мы по крови идем, все такое, что влияет на нашу психику, путает нас, все в таком духе. Слышу будильник, не вижу будильника. Кажется, это оно, вот 5-й уровень. Там на часах 5, значит, это 5-й уровень. Если я сейчас услышу часы, но я вижу фрезы. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the waterfall serenity zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Не обращаем на все это моменты. Мы с вами знаем, что здесь ничего страшного нету. Мы с вами это уже знаем. Это нам просто можно бежать прямо. Окей. Все отлично, забейте. Но на самом деле, вот момент, вот эти хоррор-моменты, они довольно сильно пугают именно меня. Готово. Там нужно, главное, было просто не пасть. Здесь мы просто с вами бежим. Нам нужен фонарик, если не ошибаюсь, где-то здесь он должен валяться. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt. Вот здесь как раз сзади меня, там должен быть проход. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, kind you know everyone else is enjoying, and that's exactly why we're here to help. Так, смотрим сзади, видим стрелочку. Поднимаемся наверх по темноте. Здесь будет путь у нас просветленный, поэтому нормально. Вот здесь вот, где-то в Warning, you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Момент с фонариком. Да, застрянем еще в коробках. Так, готово.
Здесь типа нужно себе путь просветлить, но здесь можно и без этого. Главное не тупить и суметь запрыгнуть. О, блядь, короче. Здесь на самом деле все видно. Чтоб не устанавливать свет и все в таком духе. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? Просто прямо. This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Это просто краски и красили стены. Вот так вот, так сказать, атмосфера просто пугает человека. О, а дальше как раз будут объекты, которые мы делаем из меньшего, меньше, меньше, меньше. Кажется, след оно. Здесь довольно все быстро делается тоже. Да, я готов. В принципе, можно игру в Steam купить. Типа, Steam игра. Ее нельзя вернуть, если вы наиграли больше 2 часов. В эту игру точно 2 часа не набьешь. То, что даже... Хотя... Кто его знает. Так, дверь мы взяли с собой, потому что здесь кнопка, и я не хочу тут тупить немного. С выключателем этим. Если вы серию смотрели, то вы шарите. Хорошо. И главное, чтобы у меня не было бага с часами. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects, which have not yet been discovered or which cannot be understood. Да, часики. Тик. Ха, смайлик. Нету смайлика. Блять, еще нужно запомнить, что нужно наводить на этот. Здесь очень легко, здесь нужно просто наверх подняться и начать спамить. Бежим далее. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Отлично. Бежим пока правильно. Все делаем верно. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Так, здесь нам показывают, что у нас пойдет 2 минуты, мы просто ходим. И выхода не будет. Это, кажется, комната с просто чистым отчетом. Ну, я просто добегу до конечной комнаты. Будем там просто ожидать конец. The levels is lighting right now. И либо это с ванной. Там, где мы с комнаты приходили, ну, это, кажется, при последней серии. Ну, типа, была. Да, загрузки долгие. О, да. Люблю эти фрезы. Или там с часами, которые возвращают, я уже прошел. Это, кажется, третья, да, была часть. Не знаю, не помню. Ну, типа, уровень. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently. And discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Да, это он. Где мы создаем, да, больше-меньше предмет.
Сейчас, может, будет весело. Сейчас главное, чтобы я смог залезть. Это меня больше сейчас интересует. Ладно, залезть могу, но, как вы видите, с трудностями. Обманные провода. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Там, понимаете, есть. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Так, дверь. Где-то должна была быть пасть дверь. Вот, на, хорошо. Блядство. Ах, нормально. Нормально, нормально. Все идет пока что нормально. Так, это у нас как раз душевая, там где копин, как будто я падаю, да, как вниз спускаюсь. Ну, здесь мы с вами паркурили, это всё уже тоже показывал. Доктор Глен Пирс, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Так, здесь... О, бля. Так, вот. Ну, что за бредятина? Ну, он меньше, чем проход. Понимаете, мне нужно больше его сделать. Дело в том, что я выйти по идее не смогу. А хотя смогу, что я вообще туплю? Проход же он уже под меня делает. Да. А нет, все нормально. Стой, что-то я начинаю уже паниковать. Все нормально идет. Сейчас должна быть комната с замком. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations! Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Давай, мне нужен проход. Такой вот, чтобы он пролез вот сюда. Заходим. Посрать. Домик берем. Домик ставим. Домик очень медленно падает. Домик нормально. Все. Получилось. Окей. Ай, молодец. Так, у нас 24... 50 должно где-то быть так. Как вы видите, довольно очень быстро это дело проходится. Как полноценная серия, считай, будет. Там за 40 минут. Потому что потом конечная, там же типа вот эта обмотка времени, он телепортируется. Ну, в принципе, вы знаете, за сколько можно вообще игру пройти, если так, в среднем. Ну, где я тупил? Я, в принципе, тупил в моменте с кубиком, где его нужно засунуть.
Потом я тупил с моментом. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience. Ну, вы поняли, с моментом, который 8. Замок вот этот надо мной. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Потому что еще можно там взять. Еще был какой-то момент, где error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. И главное, что отсюда выхода нет. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Ну, все, наконец-то. Так, здесь нужно двери мне открывать, когда... Да, это здесь, кажется, с этими... Пип-пип-пип. Видите, мне нужно выключать, потому что меня не отпускает. Все, готово. Так, здесь нужно просто вниз упасть. Готово. Здесь просто нажать на выключатель двери. Так, где-то здесь окно, я помню что-то. Блять, я сейчас тупанул. В этом уровне у нас картина есть. Нужно картину взять, перевернуть, сделать большой, чтобы мы могли в нее пролезть. Так, провисает. Нормально. Так, это с разрушения третьей стены, да? Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Так, падаем вниз. Все, готово. Здесь много делать не нужно. А здесь нужно... Нет. Стоп. Да, все правильно делаю. Нужно, короче, в обратную сторону, которую мне показывают идти. Все, я прошел. Так, этот момент пройден. Почему-то, блин, он маленький стал из-за вот этого круга тупого. А, нормально. Тупой круг. Он еще через раз залазит.
не помню, табличка нет. Вот момент, где могут уступануть. Ладно. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Готово. Просто бежим по прямой, пока не увидим стрелочку. Просто бегаем по стрелочкам. Все готово. Готово. Бежим. Закрывайся. Улица готова. Which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. А здесь нужно дойти до вот такого вот момента. Видите, по стена нормально, потом она бац превращается в этот. Я не помню, так кажется, так все нужно, да, стены. Что нужно было сделать здесь? Не могу вспомнить. Кажется, просто сделать стены. Да, все. По идее, оно должно было сразу сделаться квадратником. Ну, ладно. Еще один уровень пройден. 32 минуты. У нас уже на счету. По идее, остается еще два уровня. Это уровень с возвратом и черно-белый. Там, блин, головоломки с этими. Как они называются? С фигурами, точно. Ну да, типа, за минут 50 вообще можно пройти на изи. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Все. Короче, мы просто ломаем третью стену, типа два мира соединяем, и получается вот что. Самоуничтожение мира. Нам нужно просто поставить. Потом нас перекидывают, по идее, в мира черно-белые. И все в таком типе. Мы должны просто бежать. Не глупить. Да, все, поехали. Черно-белый мир. Ты такой один. Так, здесь пропасть. Хорошо, мы сделали себе проход. Где-то здесь должна быть темная лестница на белом фоне, либо наоборот. Hello. Что-то типа My того, name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago. I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Ладно.
Хорошо. Здесь мне нужно... Я возьму либо обойти, и просто прямо здесь вот обойти, просто идти прямо. Мы пойди... Я не помню, где лестница. Этот момент забыл. But in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because там, короче, выключателем нужно нажать. The life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Отлично. Это пройдено. Следующая головоломка. Просто идем спиной. Так, вот как раз ступенька, о которой я говорил. Белая на темном фоне. Дальше будет шахматная доска. То я не знаю, как будем проходить. За быстрое время. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. Ну, блин, я думаю, за 3 минуты можно успеть. But you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Блин, если бы оно еще не лагало. Готово. Серьезно? Фу, ненавижу этот уровень. Так, здесь я не допрыгну. Так, здесь мне нужно быстренько сейчас попроваливаться вниз, да и все. Знаете, есть карты в Майнкрафте и Skyward. Там, где нужно, короче, падать, не касаясь ничего. О, как мы это все видим, да? Прикольно. Так, ладно, здесь просто прямо до упора. А, нет, вот он налево. Готово. И в принципе все. Мы просыпаемся. И последний, в принципе, уровень, который сейчас будет, это просто обмотка времени, и нас телепортирует в самое начало. Ну, в принципе, так можно игру пройти за 40 минут. У нас сейчас процесс, ну, насколько на минут 3-5. Ну, это быстро сейчас будет процедура. Ну, все, типа, идет отмотка времени. My name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that
all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Знаете, оно еще делает как промежуток куда-то туда. Он ждет, пока я не допрыгну до Сандеза. Или он просто ждет, пока время пройдет. That we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again, and again, and again. And therein, of course, we find exactly the failure we're looking for. Я, может, спидран выпущу сразу после... Да нет, наверное, подожду сутки, потом выпущу. Я в плане того, что это шаг закрыт. В плане того, что нужно немного, чтобы, допустим, серия пройдет, да, потом спидран запустить. Ну, можно, в принципе. Так вы сюжет, понимаете, просто не увидите. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. Не знаю, ладно, but today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Ай, боже, долгая концовка. Но только четвертый уровень. Это комната с домиком, да? In a few minutes, you'll be back in the real world. Some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. So what? All you've got to do is wait up. Готово. Итого, ребята, у нас с вами вышло 41 минута. В принципе, если не тупить, делать все правильно, легко за 40 минут можно пройти. Поэтому, если вам нужно достижение, допустим, вы фармите в Steam, вы можете просто купить сейчас эту игру, пробежать за каких-то 41 минуту, получить достижение и просто, ну, не знаю, ну, если вам игра как бы нравится, какие-то отсылочки, знаете, все такое. Ну, отсылки здесь есть в плане такие, знаете, типа детальные. Но это нужно шарить в этом. И довольно долго это все объяснять и рассказывать, да-да-да-да. Поэтому, окей, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Удачи и до следующих игр. Может, даже когда-то я выпущу еще какие-то спидраны, если будут прикольные игры, такие быстренькие. Поэтому как-то так. Всем пока.